Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы просили у меня ФФАшечку в пятую циву. Она есть у меня, но это случайное лобби. Я не хочу, честно говоря, играть долгую партию. Может быть, я даже выложу ее просто одним файлом, а не сериями. Так что быстро сыграем. Даже не знаю, что у меня тут рандом. О, кельты выпали. Кельты прикольная, кстати, цивилизация. Прикольная цивилизация. Главное, чтобы леса было вокруг много. В принципе, очень быстрый пантеон. Можно даже через волю поиграть. Угу, хрену вам тут лысого, а не леса. Ну, два есть, то есть у меня плюс один будет вход. Вообще, очень странное место. Стартовое. Что там? Греция. О, Венеция кому-то выпала. Рим. Монгол, Шашоны. Вообще, зашибись. За Венецию прикольно в ФФАшку поиграть, между прочим. Все-таки так, давайте глянем. Я бы, наверное, все-таки ушел сейчас с этого места. Возможно, бы вот сюда поставил, где... Вот сюда. Подождите, а у нас только лес считается или джунгли тоже? Я вот что-то не помню. Только лес, да ё-моё. Причем, чтобы плюс один, надо, чтобы два леса было. У меня тут все джунгли. Ну, класс. Класс место появления вообще за кельтов. Ну, что это за говне? Ну, вон я лес вижу. Ладно, в любом случае... В любом случае, я пока сюда пойду. Я бы, наверное, все-таки сюда ставил, несмотря на отсутствие леса. Блин, ну это без... без пантеона вообще получается. Может, все-таки сюда пойти. Ну и здесь, видите, вот это мне надо на пшеницу ставить. Вообще какой-то бред. Ладно, я ставлю здесь город. Вот если бы, типа, ты не кельт, если бы я не кельтом был, меня бы это место устраивало. Так получается, у нас способность кельтов не работает. Что тупо. Вообще очень тупо. Скаута, на производство и открываем лошадей. Лошади, кстати, скорее всего, вот тут будут. Ну да, рыба в четвертом радиусе оказалась, но я думаю, что эту неприятность мы переживем. Шашоны. Смотрите, где шашоны. Это нормально вообще? Ну, это прикол, конечно. Ну, смотрите, раз, два, три, четыре, пять между границей. Ну, это его столица и моя столица. Вот ему где-нибудь тут город поставить, и мне вообще расселяться некуда. Извините, отвлекался. Ну, я не знаю, тут как немножко бессмысленно играть, честно говоря. Еще одного скаута нет. Давайте, наверное, монумент. Но я в волю буду играть. Нам надо... Нам надо... Шашонов будет убивать. Ну, блин, у него этот уникальный юнит его, тупорылый. Круто, ну, я так и знал, что тут ничего нету.
А как бы сюда и сюда хотелось бы города поставить. Надо идти к Шашону контролировать. То есть тремя городами и нападать просто. Или вот тут будут лошади. Лошади чаще всего на равнинах появляются. Да, все-таки здесь появились лошади. Отлично. Сколько их? Четыре. Так, дальше, наверное, майнинг откроем. Да, ну это, конечно, прикол. Кельты без леса. То есть лес только вот здесь начинает. Я даже, наверное, сначала даже не знаю, наверное, сюда. Блин. Ну тут же займет Шашон город. Вот меня просто подселит и все. Мне 100% надо сюда город ставить один, а второй где-то здесь. Надо территорию открыть. Откроем территорию поста. Стоп, у нас 54 деньги. Давай-ка. Вот так. У нас хоть расти тут можно еще бананы. А-а-а. Кокосы и бананы. И зеленый шашон. Еще и Венецию встретил. А что я? А, 90 золота. Ну, кстати, сейчас... Так, подождите. Давайте... Не, ладно, пускай чисто на эту... На этот холм. Тут надо еще как-то контролировать, чтобы Шашон сюда не вел. Так, и мне в пикты надо будет выйти, я думаю. Я, наверное, прямо сейчас даже в пикты пойду. О, я Женеву первый встретил. Ха! Я все-таки получу первый пантеон. Только насчет, какой мне пантеон брать? На драгоценности? Так у меня только одна драгоценность. Наверное, вот так пойду пока. Так, и здесь куплю бананы и продолжу рост. Так, что у нас есть вообще? Святилище, тундра, пустыня. Продукция в городах 3 и более. Ну вот, кстати, можно подумать. Пастбища, рыбацкие лодки, ну маловато. Не знаю, раз, два, три, четыре будет. То их еще сделать надо будет. Еда от лагерей. Еда от бананы, цитрусовых. Ну блин, а почему от какао нету? Так, два щ... Два... Короче, на производство возьму вот это. Не то, не то, не то выбрал строить. Это рабочего тут надо. Так, пикты. Вообще, прикол, Шашон тут руинку где-то не собрал и Женеву не встретил. Какая-то везука для меня. Везука-базука. Поэтому можно не заходить, не строить святилище. Ага. Так, ну надо дуболомом возвращаться, чтобы защищать посела. Скаутом я, может быть, далеко не ходил бы. А, ладно. Чтобы, если Шашон поведет поселенца, чтобы ему мешать.
Ну, у нас больше, понимаете, у меня только место на три города. Сюда и сюда. Ну, и тут где-то, я не знаю, конкретно, наверное, на овец получается. Либо вот на эту пустыньку. И что? И как дальше? Даже если через традицию играть, смысл? Лучше шашона забрать. Да, вот так сделаем. Еще можно и амбар было бы построить в Эдинбурге. У нас два амбарника здесь, бананы и пшеница. С другой стороны, эта пшеница, скорее всего, этому городу пойдет. Ну, не знаю, мне до четырех... То, что мы до четырех выросли, уже достаточно. В принципе. Так, я хотел сюда прыгнуть, лучше рассмотреть, что там. Тут с лагерем, не знаю, разбираться, не разбираться. Но я жду бесплатного посева и на 50% дешевле, чтобы посевы строились. Тут у нас плюс одно к производству идет от религии. Для игры через волю неплохой пансион. Конечно, хотелось бы что-нибудь другого взять, что-нибудь на веру, но как-то вот на веру, ну блин, нету жемчуга, чтобы вот это на веру нормально. Блин, не дал посмотреть, ты смотри-ка. Ладно, не буду трогать. Просто пойду, надо вот здесь где-то стоять, следить за поселенцем. Не знаю, куда-то вот сюда, наверное, встать и этого дуболома где-то тут держать. И мы, поселенцы, все-таки... Мы поставим город вот здесь, 100%. То есть первый город туда пойдет. О, железо на джунглях. Ну, кстати, нормально. Это у нас клетка 2-1 получается. Так, а давайте мы, наверное, так и вот так сделаем, чтобы больше производства было. Так, наверное, с одной стороны хочется пирамиды, а с другой нам коляски нужны. Нам надо будет сейчас пиктов строить и коляски. Так, тут пиктов. Пикты веры дают, и за границей они больше... Ну, больше силы имеют. Так, стою здесь. И здесь тоже в защите стою. Хай он меня атакует в лесу. Это вообще... Пикты тоже сильный юнит. Именно для нападения, не для защиты. Потому что у них бонус к силе за дружественной территорией. И... могут грабить улучшение соперника, не тратя перемещения. Также 50% силы от убитого юнита превращается в веру. По-моему, мощно. Такое ощущение, что Шашон не нашел улучшения, то есть... Он, конечно, должен был апать свои юниты в меткалуков. Пускай атакует, я даже не прочь скаута прокачать. Мне тут нету смысла что-либо смотреть. Мне не интересно, какой там город у Шашона, хотя хотелось бы его увидеть. Мне просто надо его атаковать. Мне надо ставить два города и атаковать Шашона. Все. Вся моя игра на этом строится. Спасибо генератору карты. Давненько так близко мы не ставили. Ну, то есть, даже если бы я не ходил, ну, то есть, грубо говоря, даже если бы я тут оставил город, да, смысл? Я больше ничего не могу сделать тут.
Так, еще пиктов. Что только второй. Да, культура от пастбищ. Только второй пантеон взялся. Вот в шестерке есть хороший пантеон, который ускоряет производство юнитов древнего мира и античности. Он бы тоже мне в тему был. Убиваем лучника и получаем три веры. Как видите. Наверное, проатакуем уже лагерек. А чего он моего скаута не атакует? Скаут на холме в защите дуболомом не пробивается. Но я бы хотел, чтобы... О, о. Вот это уже по-нашему. Так, в конце хода проатакуем, чтобы Шашон на всякий случай ничего не забрал. Нам надо сначала драгоценности обработать, потому что иначе у нас будет минус по счастью, когда мы города поставим. Мы не можем пока какао обрабатывать, потому что мы и календарь не открыли, а вырубку джунглей, кстати, открыли, но календарь еще не открыли. Тут отходим лечиться. Кстати, на открытую местность, наверное, прокачает. Тут у него, видите, проход открытая местность, так что, наверное, так лучше будет. Сколько у нас ходов? Два хода до... Ну, давайте еще пик-то. До посела. Я думаю, мы с Богаты и Женевы должны дань взять. Я пятый по армии? Придедут пиктов в строю, я пятый по армии? Охренеть. Как говорится, вот это поворот. Все равно на открытую местность. Так, здесь лечимся. Здесь идем лошадей обрабатывать. Просто пока постою пиктом. Блин, вот это, конечно, говнюк тут мешается мне. О, смотрите, где Шашон город поставил. Ну, нормально. Ладно. Так, а он в традицию, я надеюсь. Зашибись. Это очень хорошо. Так, посел идет вот на это место... Ну, в общем-то, пока вот так он идет, 100%. Так, теперь, наверное, календарь откроем. После пикта строим посела, который на 50% быстрее строится. Тут и тут ставим города и гона Шашона. После посела, как вы понимаете, как раз к этому моменту должны лошади быть обработаны. И начинаем 4 коляски. Блин, я не знаю, 4 коляски, 3 пикта и дуболом. Ну и мы бесконечно там потом фигарим еще дальше. Кажется, должны взять. Блин, я все еще пятый по армии, наконец-то. Ну, надо сейчас будет вот убить и сходить к Женеве и Богате дань взять еще. Защищу на всякий случай. Видите, уже 17 веры набили.
Лечимся. Я чисто пиктами схожу. Вот этот баллон тут постоит. Полечится. Пиктами мы должны взять дань. Тремя. Как-то не знаю, как-то вот тут, если мы встанем. Тем более еще поселенца как раз туда везти. И пойдем, наверное, благовоние обрабатывать. Одно место буквально для кельта, где будет его способность работать. Когда два леса рядом с центром города необработанных. Одну веру дают, три леса необработанных, две, ну три и больше, две веры. Так, ну наверное пока... О! Так, богата выдала. Женева выдала. Это мы быстро дань собрали. Так, теперь надо где-то рабочего еще спереть. И вообще будет огонек. Наверное, в Женеву сходим. Сопрем рабочего. Что мы тут растем вообще? Что-то я даже не посмотрел, что у нас тут обрабатывается. Сюда пойду. Один ход у нас до колясок. Придется что-то... Ну дай дарпик-то. А потом начинаем коляски строить. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, по производству я первый. Ну, Шашон не особо отстает. Ну и по армии я первый. Так, вот в этом городе сразу выкупим лошадей, конечно же. Так, что-то не видать рабочего в Женеве. Вон же у тебя коровки не обработаны. Ты чё? Так, что дальше? Наверное, пирамиды. Блин, может уже войну объявлять? Так, давайте, значит... А почему я иду благовоние обрабатывать, а не какао? Потому что это какао надо джунгли вырубать. А вырубка джунглей, блин, не знаю, ходов 5. А тут мы сразу сможем поставить... Я не понял, где... Где рабочий в жизни? Вон он. Ой, там лучник. Да блин.
Не, ну нормальный тут через речку, конечно, подход, но вполне можно. Я прыгаю, граблю. Ну, слушай, он, наверное, сейчас должен вернуться сюда. К этому. Так, сейчас будет минус 2, к сожалению. Тут, наверное, стоим. Нет, или нет, стоим. Так, куда нам лучше всего? Так. Заходим. Не пришел рабочий. Ладно. Нету времени нам тут выделываться. Надо подводить пиктов и нападать. О! Это этот, который говорил just play, ливнул. Тридцать шесть ходов, блин, чувак. Говорит, просто играй. Да, следующим ходом, наверное, нападу. Подожди, а почему у меня 6? А, у меня город прямо на лошадях еще. Вот это я не заметил. Вот это я не заметил. Стою пока скаутом там. Смотрел на Масанкане. Ну чё, ливнет шашон, как думаете? Наверное, метколуки нужны, да. Городом обстрелял. И метколука. Ну, всем обстрелял. Разграблю. Ну, чтобы ему счастье не капало.
Так, тут надо будет отступить. У меня, кстати, ап будет. Может, я успею апнуть? Не, надо отступить все-таки. Я успею еще это, этим пострелять. Ну, приходится на... Да, короче, Масамкани падает следующим ходом. Минус Шашон. А я даже, наверное, лечить не буду. Я сразу забираю город. Смысл. Эти прокачаем. Так, счастье у нас появилось. Теперь, я думаю, можно и какао обработать. Блин, чуть-чуть не хватает, походу. Придется обстрелять. Так, пока, наверное, марионетку. Да, но, вы знаете, плохо человек за Шашонов сыграл. Конечно, ему надо было просто апать. Так, слушайте, слушайте. Мне рабочего надо, чтобы вот это все починить. И счастье вырулить. Так, ну я думаю, что я с Шашоном теперь мир заключу. Не хочет. Компьютер не хочет мир заключать. Так, дальность осмотра. Лечение. Не знаю, почему я на открытую местность, кстати, прокачиваю. Ну, потому что я хотел забирать Шашона, у него тут открытая местность как раз. Так, ну и надо завязывать. Тут давайте пирамиды строить. Пикты нам не нужны. Ага, во. Так. Три хода. Три. Без разницы. Короче, этот ведет сюда, а этот обрабатывать. Вот откуда у нас появился рабочий. В Кардифе монумент. Ну, наверное, амбары. Я понимаю, что минус по несчастью, но... Блин, или... Не, ну деньги у нас есть. Караваны в столицу посылать в лом. Пятый город Шашонский, скорее всего, будет. Не знаю. Ладно, амбары. Успел даже походить всеми. Надо вот тут с варварами разбираться. Так, а что у нас хотят ГГшки? Женева, этот лагерь, Богата... Этот же лагерь, да? Кстати, давайте им всем защиту пообещаем. Блин, вот этот город, мне кажется, будет тяжело взять. Ладно, все равно пока сюда поскакали, тут все лечатся. Не, хорошая столица у Шашона. Хорошо, что я ее взял. Так, Стоунхендж. Перлс.
Может, сначала с этими варварами разберемся? Эти 4 хода джунгли надо валить. Я очень сомневаюсь, что кто-то, кроме меня, пошел в волю, так что я пирамиды могу не беспокоиться, что не заберу. Вот, ты хорошо сюда подъехал. Ремонтируем сразу и... А что нету плюса, по счастью? Почему все равно плюс 3? Минус 3, точнее. Так, этим пошли исследовать город Шашона там. О, у него там рабочий стоит. Блин, нафига я тут коляску строил? Это, наверное, зря было. Ладно, поехали сюда все равно. Тут вот проблема с холмами. Видите, очень тяжелый подход к городу. Блин, а точно ли мне надо заниматься там этим? Блин, а с другой стороны, мне тут куда еще идти-то? А, давайте так сделаем. Надо идти к тому городу, забирать его... Чем дольше мы это откладываем, тем шашон за компьютера лучше разовьется. О, плюс один. Ну, пока или забрать. Мне тут стены не нужны. Ладно, давайте Кардифф вырастет. Арены открыты. Давайте охоту ради цирка. Плюс один. Но мне не надо плюс один. Мне, наверное, вот так скорее надо. Плюс один к еде там было, как вы понимаете. Так, тымок. Ну и как нам этот тымок брать? Сейчас я подойду, пускай он обстреливает скаута. Да, тут тяжело, он будет обстреливать наши юниты. Но ты мог, надо брать. Слушайте, а где у нас суд? А, я в математике. Вот давайте после охоты математику откроем. Кардифф вырос, и мы отключаем везде рост. Блин, теперь обратно включаем, походу. Давайте тут постоим. Пускай он скаута обстреливает оттуда. А, как нам тут... Наверное, так пойдем и так пойдем. Ну, кстати, неплохая у нас империя получается, как ни странно. По-моему, весело. У нас получилось, что у нас Шашон слабоватый игрок был, который своих скаутов не апнул в меткалуков. Если бы он апнул уже в меткалуков, он бы меня гнобил просто в путь. Вау, статую Зевса кто-то взял. Нифига себе. И библиотечку кто-то построил. Так, тут убиваем... Все ради того, чтобы набивать очки веры. Давайте глянем, что у нас тут, и вернемся обстреливать. Конечно, вот эта дебильная территория. Вот кто тут в здравом уме будет город ставить еще? Хотя я через волю в здравом уме поставлю, наверное, город на серебро. Он тогда дотянется до мрамора. То есть через волю как раз рабочая фигня. Так, можно расти.
не буду пока масонкани. Забирать. Так, что нам еще тут? Ферму давайте починим. И железо до... Забираем. Все, у нас где-нибудь тут город еще ставится, вот посредине. Чтобы соединить это все. Нам, наверное, надо там город поставить. Я вроде не влазит. Три вот... А, вот сюда влазит. Вот сюда. И вот сюда. Вот две клетки. Ну, кстати... О, рабочего решили отдать мне. Спасибо. Вообще не возражаю. Так, вот теперь скаута, пожалуй, отводим. Так, что мы тут дальше открываем? Математику, да, все верно. Наверное, железо обработаю. Так, что-то я задумался. Давайте масонкане аннексируем. Так, наверное, сюда отходим этим. Атакуем. Меняем местами, лечим. Да, должны брать вроде ТМОК. Вроде должны брать. Так, что-то висим. У нас, походу, хост выпадает. Ну, я считаю, что я тут победил. Я это, наверное, знаете что, я это в дуэльке, в сборник дуэлек запишу, потому что это, считайте, дуэлька шашонов против... против кельтов получилось. То есть ФФАшечка, которая стала дуэлькой. И здесь я, кстати, вижу впереди офигительное развитие для кельтов. То есть я еще здесь город поставлю и здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь юнитов. Ну, все выходят, потому что хост вышел, развалилось лобби. Ну, ничего, по-моему, ничего так получилось. Тем более, меня тут еще начинают стричь газон, как всегда. На этом все. Играйте в умные игры. Если сели играть в FIFA, не выходите из нее, а доигрывайте до конца, пожалуйста. Ну, то есть хотя бы, когда вас в столицу заберут. Этот венецианец. Я там, кстати, потом могу еще пойти и Венецию забрать. Тут недалеко будет. Слава Украине, живи Беларусь, и Россия будет свободна. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.